Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Как ты видишь, Лига Мастеров 3 звезды. Хе, Леонардо. Вот они, друзья мои, последние осколочки для того, чтобы нам перевести с вами бойца в платиновый ранг. Ну что же, голосование у нас было, вы проголосовали, и этот персонаж у нас будет Роквелл. Да, друзья мои, но чё... А, нет, все хватает, все хватает. Все. Надеюсь, вы довольны. Ну, по крайней мере, те, кто голосовал. Ну что ж, прекрасно. У нас еще на одного бойца платинового стало больше. Так, ребят, ну что, откат у нас был. Нам пора с вами... Что делать правильно? Попробовать взять Лигу Мастеров. С первой заходки. Но вот получится ли? Вот это уже вопрос сегодняшней серии. Так, я ищу 11-11. Может быть, все-таки получится. Пока, пока все безрезультатно. 10-10 и все здесь. Во! Есть контакт. Ну что, ребятульки, газуем. Раз, два, три. Поехали. Естественно, начинаем с меньшего и доходим к большему. И, само собой, массовыми атаками будем. Давай вот это вот сделаем с тобой. Они упадут все равно. Главное, быстро и эффективно. Чтобы они не расслаблялись. Так, чешем дальше. Мы сразу переходим на воин. Две звезды, 75-я позиция. Пробуем найти, ребят, 11-12. Что-то как-то... Нет, все получается, пока все идет хорошо, ребят. 11-12. Так, так, так. На третьем поединке у нас, по идее, должен открыться четвертый боец. Жалко, здесь нету у нас... Блин, ну почему Донни медленный, а? Почему Донателло не ходит первым, например, а? Почему вот эти вот кабаны ходят первыми, а Донателло нет? Самый последний. Так, и у нас воин 3 звезды, 93. Мне не нравится, что у нас как-то позиция замедленная. Так, 11-12 было, но я не знаю, ребята, наверное, они мне не дадут здесь 12-13. Я, конечно, немножко паролю сейчас. Оу. Хм. Так. Приятно удивлен. Приятно удивлен. Ну и, как я говорил, ребята, четвертый боец нам уже доступен. Соответственно, мы должны получать сейчас больше кубков и быстрее продвигаться. Так, клюшки в морду. Кулаком в морду. А, задницей в морду. Задницей в морду. Само собой, здесь, ребята, не падают. Это уже ежу понятно. Так, давай смотреть дальше. С 93-й позиции. Так, в элиту мы зашли. На 88-ю переходим. Так, было 12-13, да? 12-13. Так, ну по идее нам нужно с тобой что получить? 13. О, 12-14, вот она. 12-14 здесь. Ну что же, на следующем поединке нам должен будет уже открыться еще один пятый боец. То есть фуловый, последний. И будет у нас полностью собратая команда. Да ладно, ты что, серьезно что ли? Хан, как так-то? Как так-то ты своим мощным ударом и нифига не пробил? Хотя это не мощный, ребят, удар. У него мощный удар это с вертушки. А это обычный пробивной. Он когда прыгает и с вертухана. Вот это да, это мощный удар. А это так себе. Так, элита, 2 звезды. 98-я позиция. Что ж ты будешь делать-то, а? Ну что, ищем 13-15. Ну, по крайней мере, попытаемся найти. Но... Оу, щет, было... Блин, ребята, было 13-15. Есть. Есть. Урвал. Я уже думал, что все. Проспал вспышку.
Ну, я бы, наверное, не отстал бы от игры бы. Начал бы тут до посинения ролить, пока бы мне не дали 13-15, потому что, ну, засветилось уже. А раз засветилось, значит, поздно давать заднюю, да? Так, майки. Дальше саблезуб. Давай, наверное, осколками. Прокосили мы их. Так, смотрим. Мне не нравится, что мы как-то очень медленновато идем. Вот в чем суть-то. Вот, вот этого я боялся, ребята. Я так и думал, а почему такое происходит-то? Фу, друзья мои, вот он наш первый фейл. То есть, фейл заключается в чем, ребята? Мы должны прогрессировать в каждом поединке. То есть, в каждом поединке мы должны набирать хотя бы один кубок. Здесь у нас получилось, что мы два раза отыгрываем одно и то же. Беда. Это может, ребят, сказаться очень-очень плохо. Я не могу понять, почему мы медленно очень двигаемся. Я тебе серьезно говорю. Судя по тому, как мы обычно прорываемся, как мы поднимаемся по лиге, и как сегодня происходит, ну это прям какая-то трешня. Прям какая-то трешня. Я не знаю, с чем это связано. Так, 13-16 я вижу уже. Но мне это очень не нравится. У нас, насколько я помню, ребят, допустимых, по-моему, 3 ошибки. Ну, не ошибки, но я имею в виду 3 вот таких вот фейла. Если мы с тобой 3 раза фейлимся, все, Лигу Мастеров нам вообще никак не видать. Хоть ты тут что делай, одним словом, ничего не получится. Поэтому осталось всего лишь 2 попытки. Что такое-то, я не могу понять. Они, оказывается, ребята очень быстро выросли, я имею в виду по уровню. Нам дали врагов. Ты посмотри, 40-38 уровни. Вот она, суть-то в чем. Так, как бы сейчас худо не было. Давай-ка, горилочка их. Отлично. Так, давай посмотрим, как мы тут бустанемся. Так, мы уже, ребят, в самураях 51-я позиция, но в самураях. Так, 13-16 было. По идее, нам нужно найти 14-17. Есть. Так, урвали 14-17. У них, ребята, уровень, блин, 41-й уже. Давай я возьму на всякий случай перестраховку. Возьму 70-ника. Потому что, ну, как-то напряжно уже начинаются здесь поединки. Шархан, само собой, сейчас кого-нибудь доуронит. Ага. Давай массовую. Давай массовую сделаем через майки. Есть, добили. Так, было 14-17, сейчас должно быть... По-моему, 14-18 должно в следующем идти. Самурай, 2 звезды. Но вот тут, ребят, 88-я позиция, поэтому... Ну, поэтому, ребят, я не знаю, что сейчас будет. 14-17 дают, а вот... 14-8... Есть. Урвал. Но знаешь, что я тебе скажу? Мы, наверное, не перескочим. Мы не перескочим с тобой на следующий уровень. Потому что 88-я позиция. Мы с тобой сотку не берем. Именно по кубкам. Поэтому мы останемся, наверное, с тобой на Лиге Самураев. Да, будет где-то позиция, может быть, 88-я, 90-я. Вот так вот скажу тебе. То есть нам придется еще один поединок. Это будет второй фейл. Да, ребята, это будет второй фейл. С которым придется просто смириться. Я тебе вот об этом говорил. Да, 30-я позиция. 14-18. Тут уже, ну, ничего не сделаешь. Друзья, тут уже все. Я не знаю, почему, с чем это связано. Почему они мне не дают пройти? Почему они занижают мою победу? Вот все. Такое ощущение, что даже в кубках идет какой-то рандом. Ну как вот. Раньше мы с тобой сотку брали спокойно, да, где-то до Лиги Самураев, там 3 звезды. А сейчас вот топчемся на месте и все.
и ничего ты сделать с этим не можешь. Нет, давай, давай вот 14-19, в конце концов, или сколько там, 15-19, не надо уже 14-18, уже три раза я вот уже отыгрывал это. А они сейчас как специально будут, ребята, вот так вот мурыжить меня. Смотри, они не дают мне повышения. 14-18 это как будто бы для них предел, потолок. Но ведь нечестно, конечно же, ребят, нечестно так, так вот поступать. Тем более, я еще понимаю, если бы прошел бы там час, два часа прошло бы. И 5 минут не прошло от буста, ребята. И 5 минут, как обновилась игра. И вот они начинают вот такое вот вытворять. Но это будет третий фейл. Это будет третий фейл, ребят. Все, и там уже... Не дают. Видишь, я вот сколько уже попыток кручу. 14-18 это какой-то у них потолок. Вот на данном этапе они делают мне такую пакость. Давай еще с десяточек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Нет, друзья мои, не хотят. Хоть ты тут что делай. Это 10 при вас отчет был. И еще там где-то 10. 20, может даже больше роллов было этих. Рероллов. Перекруток. Нифига. Шиш тебе сказали, Рэй. Сиди и... На своих 14-18 кубках. Вот так вот. Ну вот такую, ребят, пакость мне игра делает. Да. Да ладно, еще. О, все, ребят. Все, 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 все. Я даже не перепрыгнул. Мне дали пройти всего лишь 50 ступенек. 50 ступенек только лишь дали пробежать. Ну, это уже все. Ребят, 70-ники пошли. Мы еще даже с тобой не в Лиге Сёгунов, ты понимаешь? А в Лигу Сёгунов нужно еще, ребят, там целую кучу боев провести. Как минимум по 3 поединка для того, чтобы дойти до Лиги этого с, до Лиги Мастеров. То есть надо 3 ступени пройти. Это в Лиге Сёгунов только. Да. Трэш. Так, 3, да, 3. У нас там 21. Элитный боец, 21. Ну вот считай. Сколько мы? По 5. Да, конечно, нет. Не, ребят, не хватит. И здесь опять же, смотри, 15-19, все, потолок. Потолок ледяной, дверь скрипучая. Mm-mm. 15-19. Это уже... Я уже сбился, по-моему, 4 или 5. 5 фейл получается. Я еще раз говорю, 3 это максимально допустимый. Это уже все. Финита ля комедия называется. Да. Ну ладно, что, ребят, сделаешь. Мы с вами на прошлой неделе взяли, неплохо бустанулись. Здесь, видишь, игра решила, хорош рей. Завязывай. Нет, ну мы на самом деле, мы сколько уже вот до тех последних разов, когда брали Лигу Мастеров с первой заходки, мы не брали, ну где-то полгода. Ну много мы времени не брали. Потом бац, раз взяли. Потом какой-то промежуток времени проходит, еще взяли. То есть, ну как бы грех жаловаться на самом деле. Если бы все время здесь бы можно было бы брать Лигу Мастеров, это было бы, наверное, неинтересно, ребят. Вот. Давай так вот возьмем. Это было бы неинтересно. Ты постоянно берешь, ты уже расслабляешься, уже такой, знаешь. А тут, извини меня, еще ничего не известно. Ты сидишь и думаешь, блин, да получится, не получится. Ну, в данный момент не получится, потому что мы с тобой максимум зайдем в Лигу Мастеров. Ой, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Где-то самое начало. Там даже не будет прокачки у нас. То есть мы даже, ну, дай бог, позиция будет там, я не знаю, 80-я.
Ну да, где-то так, потому что 88-я здесь. Так, сейчас попробуем. Ну, вряд ли я получу, конечно, 16-21. Это Unreal. Ну, я должен, ребят, покрутить. Испытать, как говорится, удачу. А вдруг выстрелить, ну, мы видим, что нифига не выстреливает. 15-19, да, дают. А вот 15-20 потолок. Знать бы эту схему, по какой там работает вот эта вся система начисления. Можно было бы, наверное, как-то и обмануть. Перехитрить, так скажем. Нет, не дают, ребят. 15-20 и все. Ладно, фиг с ним. Ну, ты видишь, сколько бойцов осталось. То есть осталось шиш да не шаша. На два поединка это максимум. То есть даже если мы с тобой заберемся в Лигу Сёгунов на три звезды, ну, максимум, что мы доберемся, да, в Лигу Сёгунов 3 звезды, и все. Потому что здесь мы с тобой не... Даже здесь не попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды. То есть это будет, опять же, как сказать, профановский бой. Мы там 20-30 позицию возьмем. Даже 47-ю. Даже, ребята, 47-ю. Это все. Это все, ребят. Ну, что поделаешь. И вот потом, только в следующей. Но я и говорю, ты посмотри, мы всего лишь тут сколько? Тут, по-моему, 30 ступенек мы перепрыгнули. Если раньше мы перепрыгивали как бы, ну, где-то 47-50, да? Тут 30. То есть это, считай, ну, во сколько раз ущемляют нас, во сколько раз. Да. Фиговенько. Я в шоке. Ребят, я просто в шоке. 42 ступеньки. Ну, спасибо тебе, игра. Уважила, блин, называется. Да, ребятушки. Ну, как я и говорил. Лига Сёгунов 3 звезды. Но позиции там 80-е, 70-е. Максимум 60-е, наверное. Все, друзья, два персонажа там осталось. А двух персонажей, ты понимаешь, что когда не фуловая команда, ты никуда особо, ну, никаких особых результатов ты не добьешься. Да, а это, ребята, вот это вот сказывается, именно те 4 фейла, которые у нас были. Именно они и сказались вот на таком результате. Именно вот здесь то, что они выдают нам. Пониженный ранг. Вот в совокупности оно и привело к тому, что мы сейчас с тобой видим. Вина не моя, вы прекрасно видели. Я ролил до последнего. Я делал все четко, у меня никто не погибал. Все двигались, ну, довольно бодренько. Начиная вот с первых поединков, да, и до Лиги Самураев. Мы шли вообще бодряком. На Лиге Самураев какой-то перекос пошел. Какой-то пошел перекос, и началось все, ребят, через одно место. 58-я позиция. В принципе, как я и говорил, мы даже полтинника не возьмем. Все. Да потому что уже, ребята, знаешь, где, что и как будет. Уже интуитивно. Тебе даже не надо там играть. Ты уже по старым своим, как говорится, поединкам, по всему этому, уже приблизительно понимаешь, как будет выглядеть исход вообще вот этого всего, всей арены. Оно так и получилось. Так что, ну, нет и нет. Я постарался. Игра мне такого шанса не дала. Да и фиг с ней. Зато мы буст не проспали. А я мог бы, ребят. Вчера что-то засиделся так. Хорошо. Спалось так прекрасно. На улице солнца нет. Такая, знаешь, погодка. Как бы тебе объяснить, ты даже не знаю. Вот смотри сейчас в окно. Она вроде бы как и пасмурная, да? Нету там солнца. Такое, знаешь, облаками все прикрыто. Но свежо, ребят, свежо на улице. Вот это самое то. А когда еще открыто окно. Ну, окно, естественно, в сетке. Иначе комары бы мне сожрали.
лежишь, а у меня кровать возле окна. И прям тебе вот этот вот ветерочек так обдувает, знаешь. Вроде и жарко, и в то же время так прохладно. Блин, круто. И вот так нежишься. Потом думаешь, блин, ну надо же вставать. Ну надо вставать, Рэй, ну вставай. Такой, ну еще 5 минут полежи. Значит, сам с собой борешься. Одна твоя половина говорит, надо вставать, другая половина. Ну дай немножко полежать. Ну я же в отпуске, отпуск скоро кончится. Дай хоть немножко дощемить. Но потом все-таки просыпаешься, как очумелый еле, знаешь, как это, как полупьяный ходишь, весь всего штормит, шатает, пока не придешь в чувство. Так, ладно, что-то мы это, сразитесь, да, пойдем сразимся. Одна радость, да, что сегодня, ребят, мы в платиновый ранг перевели нашего бойца одного. Так, ну у нас мутагена, наверное, хватает, ребят, 92 уровень, хватило. Найс. Так, где у нас Лео? Лео Клео, вот он. Такс. Давай мы с тобой прокачиваем здесь. Так, 3 наушника нам нужно еще найти. Одни есть. Так, а вот они и вторые. А третий, как всегда, вот начинается. Вот, третий нашли. Хорош. Так, третий нашли. И нам нужно еще 8 пультов найти. От телевизора, да? Так, 8 пультов. Один есть. Ну что? Второй. Мутаген один дают. А, третий. Четвертый. 6, да, нужно? Четвертый, пятый и последний. Все, ребят. Хватит нам на прокачку. А, подожди, что-то я... 8 надо. Чё, а почему мне 6? Что-то меня вообще переклинило. Все, ребят, 8. Да, хватает нам прокачать. До 3 ступени. Так, 4 Ч-планшета. Один есть. Но вот эти вот планшеты тоже плохо, ребят, добываются. Все, пицца кончилась. Ну, 2 планшетика урвал, я все-таки успел. Забираем здесь награды. Ну, в принципе, друзья мои, и все. Так, сейчас мы только глянем с тобой на нашего новоиспеченного Роквелла. Где он вообще находится-то у нас? Опять пролистал, да? Опять где-то пролистал незаметного нашего. Так, ладно, сейчас посмотрим внимательнее. Вот он. Что у нас тут? Ну, телекинез, ребят. Конечно же, нужно качать телекинез. И вот это, в принципе, неплохая штука. Психопузырь. Роквелл создает психопузырь, защищающий союзников. Получает защиту союзников на 50% в течение одного хода. Вероятность 25%. Ускорить заполнение шкала фокуса союзников на 50%. Слушай, неплохо. Шкалы фокусов — это, ребята, инициатива, которая наполняется. Называется фокус. Фокус-покус. В общем, вот это и вот это основа. Роквелл увеличивает IQ всякого, кто находится в помещении. В начале хода с вероятностью 15% снимает замедление союзников. Ну, такое себе, это если замедление, ребят, висит. Роквелл дает врага интеллектом. Вероятность 45% блокирует способности на один ход. Ну, если, например, ты знаешь, что у кого-то есть мощная атака, да, или хил, можно, в принципе, попытаться продавить, чтобы он просто потом не вякал. Причем Роквелл у нас даже немножко прокачан, смотри, 4-я, 3-я степень прокачки. Но это, конечно же, все, ребята, будет уже после основы. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.